Раз-два. Привет всем читателям портала gaming.ru. С вами, как обычно, я, Definition. И сейчас мы посмотрим новую видеозапись. На этот раз это эксклюзивный материал, можно так сказать. Это запись от первого лица Лира Кемпера. Специально для портала gaming.ru. Играет он с немецким орком Эриком. Ну, это, конечно, не Граби. Но, тем не менее, Эрик в Германии иногда даже ланы выигрывает. Ну и так считается известным довольно-таки задротом, который набивает полтинник в батлнете. Постоянно, когда проигрывает, жалуется, что играем баланс. Ну и так далее, и такое прочее. А наш Кемпер это просто отличный игрок. И ничего более. Он уже неоднократно доказывал это на различных LAN-турнирах, обыгрывая сильнейших игроков России и мира. Но игрок с богатой историей. Поэтому, я думаю, это отличный выбор. Его главной особенностью является такая неспешность. Он не суетится, он грамотно играет, совершает действия тогда, когда нужно. Ничего лишнего не кликает. За ним очень легко, удобно смотреть. Это вот идеальный ввод от первого лица для новичков. Все просто. Вот, то есть ждет, пока достроится барак, заказывает футап. Все у него отлично. Никакого спеха. Разведку он идет крестиком, как обычно, и играет на Total Rock. Карта такая достаточно специфическая. Нельзя сказать, что она хумовская. Нельзя сказать, что арковская. Она более-менее сбалансированная. Хотя, в принципе, матчап сам по себе, то есть кто-то говорит, он там не сбалансирован. Ну, это не совсем так. На самом деле, матчап достаточно четкий. Просто в определенные моменты игры одно из раз проще играть. Плюс здесь оркам нужно очень хорошо чувствовать игру. Хумам не нужно такого чувства, но им нужно чуть-чуть получше микро. Ну, одно на другое компенсируется в итоге одно и то же. Вот уже АМ вышел, хоп, пошли черепашек крепить. Давай Элика вызываем. Молодец. Начинаем с маленьких черепашек на базе, делаем башни. Опа, Блейд начинает тыкать спину беднягу Архимага. И вот уже он тыкает элементы воды. Ну, что можно сказать? Хреново. Так, ну черепашку не забрал. И вот опять подбежал и тыкает спину Архимагу. Архимаг долго так не выдержит в таком ритме. Сразу трех ментов на базе. Оп-оп-оп. Футы уже тут и убегает. Но там, блин, маны много, винвоки, а башни еще нет. Все плохо. Ну, а им в итоге убегает, но у меня есть такое предчувствие, что где-то рядом бегает Эрик и очень хочет этого архимага тыкнуть. Вот, тыкает. Разворот, обратно. Ну, тут параллельно крипинг большой черепахи. Оп, Элика вызывает, и АМ пошел. Так, оп. Ой-ой-ой, а чё АМ-то стоит? Кемпер, микри, салют. Оп, виндвок, жизни мало. Не, все, это ГГ, Архимаг упал, да. Вот, ну и сразу получает чупар выстрелов. Чуть-чуть не успел Кемпер. Ну, что поделать, ошибки допускают все. Докрипивает черепаху. И, оп, смотрите, Эрик не контролит. Оп, и его окружили. Ну, нет, на самом деле, наверное, контролил. Он не ожидал такой подставы, что его возьмут и окружат. И, смотрите, мало хп. Ну, ТП-то сделает, делает ТП. Одного фута накоцал, ну, ничего страшного. И, оп, начинает добивать черепаху. Только зачем? Ну, непонятно, зачем сейчас ее добили. Ну, может, он боялся, что сейчас прибежит Блейд сразу же, тыкнет эту самую черепаху разочек и убежит. И получит опыт и девайс вместе с... Там где-то, наверное, 16 голды дают за убийство. Вот. Ну, и решил не рисковать. А тем временем орк крепит свою точку. Здесь такой наглый фут Кемпера. Пытается грунтик. Оп! Посмотрите. Во, вот это микро. Это наш парень. Оп! Пауза. Секунда. Телефон. Этот момент мы сейчас промотаем. Так, мы проматываем момент. Началась игра. Такая долгая пауза была. И вот уже прибежал злостный Кемпер. Начинает мучить орка. Орк вынужден убегать за магазин, где у него достаточно грамотно стоит Бару. Такой плохой-плохой Бару, в который сразу сел рап и начал фокусить фута. Оп, такой небольшой микро с тремя футами на трех грунтов.
И Бару еще Блэйд здесь где-то рядом носится. Но это fair play. Минус фуд. Но, к счастью, не получит здесь опыта Эрик, потому что он нуб. Вместо того, чтобы Бару вручную перемикрить на другого фута, он добил через бурку вот эту штучку. И опыта за это не получил. Бедолага. Смотрите, вот такая стычка. По Блэйду атакуют. Оп, и смотрите, фута сейчас засейвит, нет? Ой-ой-ой. Ой, смотрите, как красиво. Там Элик-то изнасилует гранаты сейчас. Ну, Кемпер, ну покажи нам. Ну, пожалуйста. И не хочет Кемпер показывать, но я чувствую, что хана там гранту настала. Оп, смотрите, как сейчас грамотно. Оп, забегает в застройку, а у орка толстые грунты, они не могут застройку пробежать. Правда, здесь есть нюанс один. Блэйд пробежал, и сейчас вот он точно кого-нибудь подрежет. А может не подрежет, может забоится. Не знаю, как у него сейчас запас. Да, вот он. Оп, подрезал и убегает. А маны все-таки, наверное, нету на виндвок. Ай, есть. Или нет, это, наверное, хайт, обычный хайт. А, нету все-таки у него маны. А, поэтому все сейчас хорошо. У Кемпера он... Опа, сейчас он еще одного фута потеряет. Подстава, не так все хорошо. Ай-яй-яй-яй. Поздновато выбежали ополченцы. Все плохо. Ну, сейчас начинаю две арки строить по дефолту. МК. Тыкаем Блейдмастера. И тот начинает убегать. Не в ту сторону он забежал, но это его проблема. А мы за это его будем наказывать. Наказывать кастерами. Каждая арка строится двумя рабочими. Появляется Mountain King с болтом, разумеется. И можно попробовать чуть-чуть понаглеть, налететь на орка. А вот здесь что-нибудь дельное из этого и получится. МК идет подрезать. Правда, ничего он не подрежет, но это уже так, детали. И вот так, вызываем Элика. Опа, а здесь Shadow Hunter с Хексом. Ну-ка, болт в БМ, и смотрите. Мало... Опа! Вообще, красавец. Убил Блэйда. Красава. Причем пытался Хексом спасти Эрик своего Блэйда. Он захексил МК, но было уже слишком поздно. И вот сейчас... Ой, Грант вылетел еще. Коцана ему лечение сбили. Не законтролил сейчас фута, правда. Оп, фокус на Архимага. Так, и... Ну, давай, отбежал и выцепи кого-нибудь. Кинь болт. В грунтике нам, например. Вот-вот-вот. Бах, пошел. И начинаем убивать. Опа, а там виверна. Виверна — это плохо. И, кстати, две бестиарии. Это очень все плачевно. Ну, Кемпер сразу не растерялся. Воткнул логово хавков. Оп, и смотрите, сейчас будет... Нет, не хватило чуть-чуть, чтобы добить еще одного грунта Элика. Как вот было в начале игры. Покупает аптечку. И нужно по-хорошему Эля сейчас вызвать на тот случай, если прилетят харасить виверны. Потому что, ну, там по таймингу может оказаться, что сейчас будет уже три виверны. Одна была, и две как раз одновременно были заказаны, могли достроиться. Нужно бояться. На самом деле, такая ситуация, ну, вставать в базу архимагам, кастерами, всем, что стреляет, и ждать, чтобы они не прилетели, чуть-чуть накопить АА войск, и после этого можно что-то делать. Ну, видите, Эрик что-то не нападает. Не хочет. Ну и зря. Давать хуману жить, когда есть какой-то козырь, это неправильно. Сразу нужно идти, прямо давить. Так, на тебе, на. Вот мои виверны, вот как они копьями в 40 кидаются, на 40 умри. И так далее. Ну это такой привычный сценарий, как это бывает. Но здесь почему-то этого нет. Опа, 3. А может даже уже 4 виверны. Не совсем понятно. А здесь один хавк, 3.40 и один прист. Так, да, 3 виверны. Ну, это вообще ничего. А, в смысле, вообще ничего. У хума нету. Вот видели, как прист за секунду умер. И смотрите, как просто под фокусом присты эти умирают. Оп. Смотрите, как грамотно у драгон хавка сбил хекс. И все. Кемпер вообще сливает только кастеров и телепортируется. Его здесь очень хорошо нагрели. И у бедолаги сейчас начнется паника. Хотя у него есть 2 хавка. Это, в принципе, не так плохо. Еще 40 отстраивает. Но вот как будет хотя бы 3, а лучше 4 хавка, можно уже будет попытаться что-то сделать. Но там сразу один хавк уйдет под хекс. Плюс там, ну, либо еще виверны будут, либо бэтрайдеры, либо, может, там будут
эти самые массы виверны. Оп, смотрите, как хорошо. Оп, виверны. Всего два райдера. Оп, а три, в смысле, драгонхавка. Забирают верну. А тут еще райдер есть. С сеткой, кстати, вот, да. О чем я говорил. Оп, а еще она, наверное, подлетела. И ее в сетку захватили. И все хорошо. И так, фокус на СХ. Опа, хек закончился. И смотрите, обе верны. Еще менты подбежали. Вот, вот это настоящая микро. Передает сейчас аптечку МК. Бух. Захелился. Отходит. А БМ фокусит. БМ почему-то бездарно пытался бежать, убивать МК. Не получилось. Опа, number one хак. Да, никак не может поверить в произошедшее. Товарищ Эрик, как когда игра идет не по его, скажем так, правилам, он сразу начинает психовать, нервничать, ну и так далее. Ну, что поделать, вот у Кемпера такое чутье хорошее. Вы сейчас сами видите, никакого хака нету, все честно, игра ладерная. Никаких мапхаков, ничего, не юзает. Просто почувствовал, пришел, реализовал. Ой-ой-ой, смотрите, один батрайдер сейчас сразу двух хавков раненых взорвал. Потому что они в куче были очень неудачно. Но, правда, армия вся коцанная здесь. Бежит опять догонять кемпер своего соперника. Хочет так болт раз, болт два и джи-джи. Но Эрик понимает, что ему сейчас надают и не суется. Хотя вот один грунт свой получил. Опа, смотрите. Летит бэтрайдер, сейчас его поймаем. А, что это такое было-то? Ну, вот это я называю порнографией и баги. Ну, или плохой пинг. Потому что увидели сами, что кемпер щелкнул. Он именно щелкнул. Вот так. Вот так вот приходится играть сильнейшим игрокам России в таких условиях, представляете, с таким интернетом. Но это же никуда вообще не лезет. Ну-ка быстро, все спонсоры взяли, нашли денег кемперу на квартиру в Москве, на шикарный интернет, чтобы человек мог тренироваться и свой талант развивать. Оп, вылетает бэтрайдер, и смотрите, какая подстава, ему взрывать некого. Опа. Так, фокус на МК. Кстати, МК очень так неплохо сейчас тыкают. Ой, а можно было бы затыкать БМ, но там хелинг мы видели. И так, ну такая хорошая сейчас позиция довольно у кемпера, тяжело пробежать вот эту всю машну, бестиарий свой же мешает, а сорки, ой, опять хел этот грунтов, почти грант умер, ой-ой-ой, архимага тыкают, сетка, сейчас архимага затыкают, ой-ой-ой, так отбегает, ему кастером мешает, вот. А не-не-не, все нормально, все под контролем, МК, правда, уже слабенький. Тут прибежали менты. Ой, как менты-то хорошо прибежали. Смотрите, окружил СХ. Ай, нет, не окружил. Ай, все равно затыкай. Давай, затыкай СХ. Отлично. Оба героя левелапа. МК коцанный. О, болт! В БМ вообще красава. Еще сейчас БМ затыкать. Вот. Раз, раз, минус. И опа! Все. Орк развалился. И начинает рассказывать про то, какой он хороший и какой плохой кемпер. Но что самое интересное, потом Ваське еще будет извиняться за все уже сказанное, типа там эмоции, я эмоциональная девочка, прости меня. Но мужики так не поступают. Мужики сначала думают, потом говорят. Вот так вот. А, ну, в принципе, все здесь предельно понятно. Кемпер поймал на крипинге своего соперника, очень удачно забрал у него трех виверн. И дальше просто начал реализовывать свое преимущество. Были, конечно, недостатки. Когда он, например, там отдал драгонхавков. Но это не считается. Потому что главное, смотрите, он грамотно занял очень позицию в последней битве. И это ему позволило практически без потерь соперника раскидать. Потому что он как бы узкие проходы занял своей армии. И грунты, райдеры, вместо того, чтобы бегать, они пытались напролом щемиться. У них ничего не получилось. Ну, вот такая вот замечательная игра. 13 минут 54 секунды, из которых большую, ну не больше часами, но много минут ушло на паузу. Окончено. Ну, в общем-то, что сказать. Кемпер молодец. Я спалил его Battle.net аккаунт. Теперь вы тоже знаете, кто он. Ну, не надо ему писать «Хай-хай-хай, я видел тебя в воде». Дайте человеку потренироваться. Скоро мы его увидим на Асусе. Ну что ж, удачи, хуманы, играйте против орков, выигрывайте. Орки, учитесь играть против хуманов, выигрывайте, удачи.